Здравствуйте, дорогие мастерицы! С вами Ольга Иванова. В этом видео мы будем делать брошь и заколку из органзы. Итак, приступим. Органзовую ленту шириной 5 см и длиной 15 см складываем пополам и присбариваем. Затем стягиваем нить и закрепляем у основания. Для того, чтобы сделать брошь и заколку, потребуется 6 вот таких лепестков. С помощью клея «Момент Кристалл Гель» приклеиваем бусинки различного диаметра на леску. К 3 из 6 лепестков приклеиваем гирлянды. Закрепляем наши бусинки сначала с лицевой, а затем с изнаночной стороны. Для работы используем обычную рыболовную леску диаметром 3 мм. После того, как бусинки надежно закреплены, лишнюю леску удаляем. Круг из фетра диаметром 5 см обрезаем по краям. Он будет нашей основой. На фетр наносим горячий клей. Первым делом будем закреплять перо. Далее приклеиваем 3 органзовых лепестка, чередуя с бусинками и без. Чуть ниже приклеим розу из органзы. Кликните по ссылке, чтобы перейти к ее мастер-классу. И дополним нашу композицию еще одним лепестком без бусинок снизу. Подрезаем перо и с изнаночной стороны приклеиваем булавку. Для прочности закрепим небольшим кусочком фетра. Практически таким же способом мы будем собирать заколку для волос. Обклеиваем основу атласной лентой шириной 6 мм. И вот теперь можем приклеивать наши лепестки. Вот такой набор у нас получился. Брошь будет располагаться на футболке на голове у девочки. Если мастер-класс вам понравился, не забывайте ставить лайки, комментировать видео, а также делиться им со своими друзьями. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр!